Сейчас я вам покажу, где будут строить сарай. Нам надо отойти от огня. Мы туда идем. Сейчас дойдем. Деда, аккуратнее. Ты не видишь, я здесь ролик снимаю. Да, там был мой дедушка. О, мы на месте. Сейчас вам покажу, где мы будут сарай строить. Вот здесь. Сегодня залили бетон. Не надо, чтобы он высох. Так, кстати, мне можно погрызть. Бетон почти высох. Но сегодня был дождь. Ну вот. Ладно, уже темнеет. Кстати, вам показать мой старый велик. Вот, оранжевый. Я уже езжу на синем велике. Я помню, Владу нравится оранжевый цвет. Ну, я тоже, мне нравится оранжевый цвет. Ладно, пойдемте к огню. Тут можно. Ну, потом в дом зайдем. Завтра мне купят SCP скульптуру. О, вот огонь. Вот уже огонь. Кстати, о, сосиски ходят поесть. Мы же, наверное, на костре будем жарить. А, буду сейчас на костре. Я сильно хочу такие сосиски жрать. Ладно, погнали в дом войдем. В доме вообще вы офигеть. Что? Здесь снимаю ролик. Это моя бабушка зовет. Ну, давай потом, Сашака. Я иду, кстати, в дом. Бабушка, познакомься с моими новыми зрителями, которые здесь. Очень приятно, здравствуйте. Ну вот, так. Я деду отправил, как скульптура выглядит. Я же написал номер. Так, Ариша в шапке? Ну вот. Вот мы уже в доме. Ну вот так здесь. О, я хочу кое-что показать. Смотрите. Оп, оп, оп. Саш, тебе ножом не холодно? Оп, оп. Опа! Видали, какой свет? Красивый, да? Ладно. Вот. Рации. Дедушка, познакомься с зрителями. Сахар, мам, есть? Дедушка. Ладно, я вошел. Там будут дядя Андрей и тетя Ира. Помните Аишу из другого ролика? Да, я, кстати, сейчас иду, подхожу к ней. На самом деле, я вам дам одну подсказку. Тетя Андрей – это Алишина папа. А тетя Ира – это ее мама Алиши. Ну вот, такая подсказка. Вот, о, вот костер. Горит. Так, Арин, покажи же, во что ты играешь. Очень интересно. Ты кого-то кормишь. Добавляешь острого соуса. Еще добавь острого соуса. Добавь еще! 30 тысяч. Миллион соуса она сейчас добавит. Ладно. Она, в смысле, она никак на это не отреагировала? А нет. Блин, а как ей сделать другую реакцию? Я сделаю небольшой... Я сделаю салат из всех ингредиентов в этом холодильнике. Смотри, я возьму... Я уже делал такие осьминоги. Или познакомься с зрителями. Ну, она вот готовит. Это я делаю ей салат из всего, то, что я сделаю. Сейчас вам покажу. Будет ей очень вкусный салатик, который потом пойдет в коктейль. Это будет самый вкусный салат. Блин, так неудобно, сейчас вам покажу.